блядь, андеграунд, блядь. Я спущусь-ка я, пожалуй, блядь, сука. Долгий путь за поиском смысла. Почему гондон читает о том, что другой гондон дырявый? Все это судят мудаки с умным ебалом. Ставят отметки, эту хуйню пропускают дальше. В русском рэпе есть круговорот мудаков и пидорасов. Одни читают, другие судят, а я как космос чисто наблюдаю. Мой проход проплаченный, прибор заряжен. Я тут в роли комментатора. Зови меня Григор Твалдвадзе. Ты торговал еблом наглядно, обжился капиталом. Потом с модной читкой в стиле Грайма решил спуститься в андеграунд. Но нищих не наебешь, тут так не работает. На страже воина Андера, армия солдат Таракотовых. Жесть не засчитан, ты не принят жанром. Хоть и была дорожка трудна, художник должен быть голодным. Твоя обложка хуйня. И в целом это был тусклый блеф. Ведь даже грязный Морти на курорте, блять, демонстрирует намного более трушный флекс. А теперь слушайте рифму, пидорасы, тебе тут пиздец. Меня тошнит, блять, как тамаду от небес. И будь тебя, как пету ахиллес. Между тем дом, блять, Леволга ли течет нахуй. Ну и там охуевший лещ плывет. Ты пчела, я пчеловод, ебал тебя в рот. Андеграунд — это я и мой народ. Я оппозиционер, я оппозиционный МС, блять. Выхожу на митинги, блядь, спасаю Егора Жукова. Если йо, ты однажды ушел с Андера, блядь, тебя тут не ждут, мудак, блядь. Хотели трушечки, врубите битло и отдайте микро. Твой огромный корабль находится во власти ветров. Ты по масти педром, нахуй с батла, давайте бегом. Это батл рэп, и ты тут пока что никто. Ты не будешь в нашем паблике, если не заплатишь 500. Пошел нахуй, пидорас, я поднимаю батловый хип-хоп. Это прекрасно, но не потолок, тут не доебаться и не подколоть. У меня 16 редакторов, и прем мы все пиздато напролом. А что ты сделал для культуры в целом? Я вот из элиты, ношу колготки пурпурным цветом. Выступал в Кремле, я укупник от рэпа. Очень приятно, а мы простые рэпера. И этот форум как дом родной, спору нет, ты охуенный мотиватор. Ну почему ты сразу не предупредил, что в своем доме мы будем чувствовать себя так зажатой в заперти, как Раджаба в Сумариди? Нет, я все же в рот ебал этот батл. Если молодого таланта не выкладывают в паблик без пятихата, я пришел на хип-хоп-ру, оказался индобатл. В рот ебал судьи и организаторов, пошли нахуй с донатами, блять. Суть тут простая, я творец в этой системе, вы слуги творца. Ты на сцене Кремля руками машешь испуганно. Печальный мальчик из себя возомнил безрукого. На деле ты чайный мастер из Внуково. Ты хотел респекта? Вот принимай. Аплодирую тебе стоя, я твой генерал. Нахуй такие перемены, мой бумажный парусник не подчиняется ветрам. Вокруг твоей шеи сжимается петля, похуй кто ты, организатор или судья. Ты нихуя не в жанре, чувак, в жанре я. Это бэтл или нет, что за ветер перемен? Это трек-эксперимент, под этот аккомпанемент. Пока пишу я этот текст, цены на пост летают вверх. Это бэтл или нет, что за ветер перемен? Это трек-эксперимент, под этот аккомпанемент. Пока пишу я этот текст, цены на пост взлетают вверх, сука. Наливаю чай, делаю первый пролив. Наливаю на голову чайным богам. Слава чайным богам, пропустите меня дальше. Пропусти меня дальше, пацан, блядь. Я буду молиться чайным богам. Сделай красиво молочный улун, блядь, с ароматом бергамота. Сую тебе в рот, блядь, мой ебаный рэп. Цени, бич, блядь, 6ix9ine, нахуй. Блоги стайл, мат в деле, блядь. Все, заебись, блядь. Поклон, блядь, Санчес МС. Йо, третий раунд. Третий раунд, 17-й принципиальный. MC с Марса, aka Content Maker. Sound by Алекс Дроздов. Орите Марс, вы знаете, что нужно орать. Кто-то умножает тысячи причин на 8 заморочек и получает десятку. А я выворачиваюсь наизнанку, играю против правил и за 1000 рублей покупаю 8 баллов. В итоге я в топе, это очень здраво, но комфорта мало. Я больше не хочу эти пресные диссы. Притормози-ка вечеринку, я буду петь свои мысли. Переворачивать игру как организатор, поэтому для меня это не батл, а разговор артиста с циником. То, что я хочу сделать, это почти что клиника.
клиника, чтобы непривычное ранее было отныне принято. Я просто беру и батлюсь с тобой, как лирик с лириком. Хотя дис от меня — это тоже лира. Вечная война стилей в черепной коробке творца. Это не ламповые посиделки с чайком и в колготках после суда. На моей стороне пара куплетов и взгляд из-под панамы. На твоей организатор с редакторами. Для тебя это батл, для меня пиздопарат. И в данном случае под продакшн от Куртуа я шинкую казаха без топора. И кто тут теперь контент генерит, я или редактора? Санчес, ты не прав, да, батл куплен, но убери нахуй фотоаппарат. Дроздову нужна моя голова, ребята, принесите. Говорит рэп мой, санина ебаная, а хороший редактор в дефиците. В 2К19 Гриша древний, как Нефертити. Давайте уберем на Марса все гиперссылки и больше ничего про него не постите. Ну чё, убрали? А теперь нахуй идите. Система орга дала сбой, как Марс дает в рот всем признанному истеблишменту. Вам нужна личная консультация по антикризисному менеджменту. Записывай, Дрозд, чтобы реабилитироваться и быть реальным красопетом. Респект получить от Марса. Нужно выпустить серию анальных попсакетов с логотипом батла. Как тебе идея? Я не получал диплом, но подкован. Потом воткнешь модный попсакет в дупло Большаковой. Но обязательно зафиксируй, чтобы было выбрито по одной. Дальше сделаешь силфач на этом фоне и выгрузишь в поблос. Да-да, вот тогда будет респект от улицы. А пока ты сосешь форуму болтос. Привет, Санчес, ты мой личный вдохновитель, бля. Я твой личный лирик, блядь. Простите, если кого обидел, но я решил отъебать систему в рот. Блядь, ведь это так лирично, бро. Мы лирики, как известно, это отдельное ремесло, блядь. Мы лирики тоже отдельные люди, а нас от стране нашей судят. Короче, ты все понял, да? Е-е-е. Блядь, отметьте меня уже в паблике, ребят. Вы че, блядь, сговорились, что ли, ебаный в рот? Вы че, блядь? Санчес, ответь. Нет, мы этого участника игнорируем, не указываем на него ссылку никогда. То есть трек можно будет выложить, но не более. Вот, потому что он очень плохо отзывался о наших редакторах, и это приняла Юлия решение, что мы не поддерживаем нигде его максимально. Раз его что-то не устраивает в нашей работе, значит, будем действовать так. Йо, MC с Марса, я не сотрудничаю с организацией в любых ее проявлениях, но ради батла, блядь, я даю вам, блядь, 72 часа, мудаки, блядь. Ищите ЛС, блядь. Дело нескольких минут, и тело просит тишину. Тебе я боль не причиню, но нахуй с батла иди, друг. Дело нескольких минут, и тело просит тишину. Тебе я боль не причиню, но нахуй с батла иди, друг. Ты хотел написать дисс и решить все батлово, но в данном случае инициатива ебет инициатора. Твой рэп слишком сладкий, ты вафельный станок. Ты настолько скучный, что я батлю редакторов. Полуклубный, полуподъездный, полуподземный, полупокер. Слишком много хочешь, ебал тебя в обе щеки на теннисном корте. Батл рэп — это тоже спорт, и я чемпион в этом потерянном спорте. Ты что-то лирично шепнул, я задул ураганом. Меня не берут эти сопли, я рандомная фигура в саду Фуракава, где сотни каменных глаз, из них не выдавишь слез. Сочини ты хоть сколько пламенных фраз, слышь, лирик, если ты действительно лирик, то я не повар, а лаборант. Твой вокабуляр не подкованная хуйня. Казахские батлеры меня до сих пор не прут. Мой еблет приподнят, друг, сейчас будет декодинг, блю. Майка повар, кондитер третьего разряда. Но я еще не жестко батлю, ведь твой респект не доказан. По меркам повара тут средняя прожарка. Мясо по-марсиански — это стейк из казаха. Уже после первой части тебе пиздец, бродяга. Нечем кичиться, напротив, в конце второго куплета будет десерт как надо и вишенка на торте. Дело нескольких минут, и тело просит тишину. Тебе я боль не причиню, но нахуй с батла иди, друг. Дело нескольких минут, и тело просит тишину. Тебе я боль не причиню, но нахуй с батла иди, друг. Тут фанаты сообразили, что дальше проходит сонаты Мангазиев. Мол, у него талант невообразимый, за такой рэп на Марсе бы спросили. Убираю тебя без подготовки, у тебя трабл с логикой, сплошные несостыковки. Да ладно, ну что ты, в тексте сплошные провалы.
целы, пустоты. На Марсе знаки и строки давали пиздов бы, это 100%. Ведь когда ты поешь про кислые слезы со вкусом сахара, я не понимаю, в чем соль. Ты изучил мои треки, знаешь про хироманты, но как тебе ароматы мармелада и вкус корицы? Такие сладкие уёбки поют пусть в столице. Хоть ты узколобый, бледнолицый, но дело не в цвете кожи и в разрезе глаз. Я убираю китайца не в последний раз, ведь я спец по казахам, пиздец как протаскан. Ведь в каждом батле есть пара ручных казахов. Мудак организатор и чувак, который шлет всех нахуй. Ну так идите нахуй, мои песни тут не будут без мата. Ведь в каждом батле есть своя бермуда на минималках. Слышь, мразь, мне не нравится твой педикюр, из-за этого я не могу кончить. Меня бесит этот огромный орел вокруг сосков. Ты мне нравишься только во рту с болтом. Блять, мы долбим тебя толпой уже несколько часов. В роли раба твой менеджер Петров. Ты говоришь, что я пиздатый экспериментатор. Да, детка, в этой оргии я 17-й редактор. Дважды кончаю в рот Большаковой. Затем с ней засосался Санчес, организатор. Больной чучмек, я называю это двойной кэшбэк. Блять, я не знаю, как обидеть организатора сильнее, блять. МС с Марса, Марс, блять, пилети планеты всей, блять. Е, блять, идите нахуй. Марс! Книга хип-хапа — это книга хип-хапа, твоя читка бездарна, выглядит слабо. Книга хип-хапа — это книга хип-хапа, твоя читка бездарна, выглядит слабо. Книга хип-хапа — это книга хип-хапа, твоя читка бездарна, выглядит слабо. Книга хип-хапа — это книга хип-хапа, твоя читка — это просто шляпа. У истоков батл-рэпа в этом самом городе не попадаю в бит, я попадал в ваши головы. Нахуй мне дали лирику и нахуй муз образование. То прогуливал сольфеджио, то за вузом рифмовали хули ныть. Я ебаш нулевых, с нулевых, свой лимит по сроке бит. Ебать тебя без совести и выдавать толковый стих в том же самом городе. Тот же монотонный псих, я все еще полон сил. Город не на скоростях, этот город на костях. И запомни, что трущобы не покажут новостях. По упрямости сравни меня с бешеным бараном. С тобой рэпер из банданы, за мной женщина с катаной. Книга хип-хапа, это книга хип-хапа. Твоя читка бездарна, выглядит слабо. Книга хип-хапа, это книга хип-хапа. Твоя читка бездарна, выглядит слабо. Книга хип-хапа, это книга хип-хапа. Твоя читка бездарна, выглядит слабо. Ты не верил в андеграунд, я и есть вещдок. Мне бог те, кто загоняют в рамки то, что называют мечтой. Я вне эпох и вне школ, буду делать кэш, чтоб прокормить весь дом. Нахуй нужен трэш-ток, нахуй все тут вверх дном. Нахуй делать пресно, лучше делать кресло. Они слушают меня, говорят, Марс гений. Бью спыра в живот, май герри. Брат остановиста, закрой двери. Ты батлишь каратистом, это мой берег. Вырежу тебя, как с пяташки пародиста. Вырезаю капыты Барбара Брыльского. Так надо читать, чтоб меня тут оценили. Но я так не хочу, этого нету в моей книге. Оффлайн и хуйня, ты напрасно батлился. Никогда не будешь нормальным артистом. Там твой текст ебала, ты на сцене с микрофоном корчишь пидора, какой же ты баран. Послушай, псина, это мой батл. Я начал книгу в 05-м. Вставал, вставал, вставал и вновь падал. Сейчас тебя и буй-бу без донстапа. Твой флоу шляпа, как у Гонфлада. Ты клоун шняга, тут только правда. Я поставил раком уже пол ютапа. И олды знают, кто тут папа. Послушай, псина, это мой батл. Я начал книгу в 05-м. Вставал, вставал, вставал и вновь падал. Сейчас тебя и буй-бу без донстапа. Твой флоу шняга, как у Гонфлада. Да ты клоун, шляпа, тут только правда. Я поставил раком уже пол ютаба. И олды знают, кто тут папа. Раунд, сука! Бич! Кто-то состоит из цитат. Ты не то, не то, ты творческая нищета. Я слетаю с бита, ты слетаешь с батла. Меня спрашивают, Гриша, это кончится или как? По-любому этого уёбка будет порван пердак. Он обиделся на систему, как лёвый рэпак. МЦ обиженка, бездарная, лукавишь бездумно. Ты 40 лет фристайлишь, и тут тебя убрали фристулом. Все, что ты делаешь, это творческий балласт. Судьи, конечно, не подарок, но твой рэп еще больше пидорас. В этом раунде я не в числе модных пар. За это спасибо серому и безликому солу. Я его рот ебал, давай сразу к делу. Вместо банальных приветов в этой паре ты жертва анальных экспериментов. Ты из тех, кто в поддержке.
поддержку батла примеряет новые маски в листе. Тебя ебет Санчук МЦ. Я бы так даже ради победы бы не смог. Это уже не менеджмент, это маркетинговый ход. Ты на вид селяга, но как можно настолько не быть смешным? Я зову тебя Ефим Шифрин. Я как истинный шоумен выставляю твой туз медийный под аренду. Тебя на бите перечитает даже муж Регины Тодоренко. Тебя не покажут по ящику, хоть ты и носишь леггинсы. Тогда ты проиграл кальянщику, сейчас тебя выносит мебельщик. Уебище, блядь. Обо всех случаях, которые могут повлиять на исполнение военнослужащим его обязанности, а также сделанных ему замечаниях, он обязан докладывать своему непосредственному начальнику, а не писать об этом треке на батл, блять. Посмотрим на это с другого ракурса, бро. Офицер Лаванда, твой праздник 8 марта, бро. Угорают все сержанты, когда выдаешь свой флоу. Офицер Лаванда, вы цветочный хуй, сискастый лох. Разрешите обратиться, не лезь в хип-хоп, офицер трепло. Что хуже, торговать военным билетом, находясь в плену этой системы, либо будучи офицером, торговать еблетом на BPM. Вместо этого ты критиковал парня за то, что тут в армейке пивка попил. Я заявляю, что ты лицемерная лживая пизда, братиш. Ведь если посмотреть на это с другого ракурса,
мне за него не стыдно. Мое послание творцу вместо скиллов и читки. Пишу письмо, но знаю, что пройдут года, и ничего из-за него не изменить им. Но все же пишу свое письмо, как Виссарион Белинский. А ты можешь прочитать новые книжки, прокачать скирзы, придумать новые читки. Но у меня есть то, что ты никогда не натренируешь. Попробуй сделать хоть раз, чтоб тебе поверили. Ведь для МС унизительно быть настолько зализанным. Пошел нахуй, ты позор как офицер, ты позор как МС. Офицер Лаванда, твой праздник 8 марта, бро. Угорают все сержанты, когда выдаешь свой флоу. Офицер Лаванда, вы цветочный хуй, сиськастый лох. Разрешите обратиться, не лезь в хип-хоп, офицер трепло. Офицер Лаванда, твой праздник 8 марта, бро. Угорают все сержанты, когда выдаешь свой флоу. Офицер Лаванда, вы цветочный хуй, сиськастый лох. Пока что мы ждем. Брейкеры заканчивают свое шоу. Ну а мы готовим свое. Здесь живет на этом этаже моя бабушка. Она болеет. А вы так громко поете. Вы не могли бы потише? Чувак, отпусти микрофон. Ну да, конечно, пиздец дома, блядь. От рака излечиваются только те, кто очень сильно в это верит. 17-й принципиальный, блядь. Слышь, местный риф поплет, твой рост по карьерной ступени я превращу в лестничный пролет. Пока ты летишь, объясню, какой ты мерзкий пиздобол. Этот мудила максимально отвратно твердил, что вера это единственная вакцинация от рака. Типа фанатики, все эти онкобольные гибнут не от рака, а от психосоматики. Это утопия, ты не туда поплыл, не о том еблет разеваешь. От рака верой не лечат, это билет на Титаник. Посмотри на себя со стороны и открой глаза. Это слишком личное, понимаешь, мудак. Я написал об этом трек 2 года назад, но выкинуть сеть так и не поднималась рука. Ты бегал по интервью, торговал раком матери, мол, пожалейте Ванька. Сам чуть не суициднулся, оставив собственных детей без отца. Так пожалейте Ванька, пожалейте Ванька. Такой позиции пользу не принести. Плюс-минус ноль, нойзов из 10. А как же единицей дома плюс 3? Вот первые проблемы, и вот ты в кусты. То непризнанный гений, то один на весь мир. Обидно внутри, это не 1+3, это 4-1, где 1 это ты. Только отпусти микрофон. Печалишься о государстве, фальшивый оппозиционер. Но ты не можешь высказываться о стране. Тем более учить тереть за бунтарство. Фанат Летова пытался убить себя. Лучше б ты убил себе государство. Ведь ты даже не Нойз, а просто Дамилола. Нашу пару с тобой зовут все приговором. Тебя ставят выше бал, только чтобы подмастить. И никак не навредить уязвимой гордости. Но ты никак не бог, и лик твой не икона. И ты пара со мной, я кажется приговором. Мотивы тобой движут, святые из подлости. Я тебя насквозь вижу, ты уязвимый полностью. Мне сказали взвесить все за и против, не надо брутально дисить. А я прикинул хуй к носу, только в буквальном смысле. За проход мне пох, слечу от скромного популиста. Но научу людей отличать рок-звезду от голого гитариста. Ваня гитарист, упрекает, что я юзаю старые приколы. Говорит, что Гриша баянист. Ну а хорошим быстро забывают, а у плохого поступка нет срока годности. Вангую, Ванечка, рано или поздно появится новый герой. Кто тебя отпустить бы готов. И если однажды на Арбате тебе было похуй на больную бабушку, то спустя время человек с орбиты заставит тебя отпустить микрофон. Защищает больных, это напыщенная гнида. Затем вспоминает обиды, бьет на крыше инвалида. Я не завидую имени, хотя в данный момент отлично впишется. Я завидую, что в отличие от меня ты в отличие с личностью. Вот таким лидером мнения быть отнюдь не опасно. Ты дичишь водителя меренно, потом садишься за руль катафалка. Общественные волнения для тебя лишь источник для хайпа. Вот и сейчас ты пришел на батл, поешь про Чернобыль. Падла, ничтожество, тряпка. Общество с такими лидерами лучше быть неинтересным ноунеймом или ментом из Волгограда, чем творческим банкротом и бездомным бродягой. Вот он Нойз собственной персоной. Давайте побатлите-ка, что вы ему скажете. У него и так все нормально с самокритикой. Его потолок еще высоко, его потолок скопленное злость. Но в попытках допрыгнуть до него он пробил собственное дно. Ведь ты даже не Нойз, а просто Дамилола. Нашу пару с тобой зовут все приговором. Тебе ставят выше бал, только чтобы подмастить. И никак не навредить уязвимой гордости. Но ты никак не бог, и лик твой не икона. И тут пара со мной, я кажется приговором. Мотивы тобой движут, святые из подлости. Я тебя насквозь вижу, ты уязвимый полностью.
Иллинойс, недолго думая, спиздил до Милола у Пелевина. Это издевательство над слушателем и надругательство над классиком. Вторичное хуйло, ты даже своровал то, что до тебя уже было украдено. Все перечитывают тексты Летова, чтобы почтить память. Но нос выше всех, он у нас не такой артист, парни. Наш признанный артист берет припев гения, прибавляет три куплета и подписывает как фит. Еще и снимает клип, сука, что с тобой не так? Давай придумай сторителлинг, покажи, кто тут первый. Ты самоубийца, который никак не умрет. Это полумеры, твоя полупозиция. Не ходить на митинги, зная, что власть пристально за ними смотрит. Лучше хайпануть, сняться в клипе в джинсовом комбинезоне. Но тут цимис, успеха бы не было, фортуна нерентабельна. Тот клип вывез, припев от Летова и картина Верещагина. Ты годами байтишь классиков, выдавая косвенно за свое. Не подходи к Летову, не трогай Бродского, долбоеб. Настоящий лидер, готов умереть и убить за свое. А ты потребитель, который паразитирует у творцов. Сытый художник без позиции, твой стиль полутона — это полный провал, тебя впору порвать. Твоими полумерами показываешь легитимность тупой одержимости, а в клипе демонстрируешь лебединую любовь к справедливости. Это показ двуличной сущности, не тупи ты, паскуда. Твоя лебединая любовь — это петушиный поступок. Петушара дырявый. Первый хуйня, респект навечная. Делаю раз, ты покекал на первом, я делаю два. Ты покекал на первом, я делаю три. Ты покекал на первом, но показалось, наверное, но в одно мгновение я понял, что есть много ваньков, и от хайпа отказаться никто не готов. Ты хай пожёг, ебаный гандон, думал попадёшь. Опять на лохов твой потолок. Тут так высоко, что не допрыгнуть до него. Ведь ты даже не Нойз, а просто Дамилола. Нашу пару с тобой зовут все приговором. Тебе ставят вышибал, только чтобы подмастить и никак не навредить уязвимой гордости. Но ты никак не бог, и лик твой не икона. И ты пара со мной, я кажется приговором. Мотивы тобой движут цветы. Я тебя насквозь вижу, ты уязвимый полностью. В этой системе ты пленный, не больше тебя перечитает даже Рэмби Сюдоджи. Ради искусства можно и спиздеть, твой рэп банальный репортаж. Цыган с Пражки назвал чеченцами, тебя похвалят на подкастеры. Пока строишь из себя опасного творца, но рано праздновать, пацан. Чувак с красной планеты ебет твой рот, это далеко не для красного сварца. Мое имя Марс, каждый день внутренние перепалки и перестрелки. Я хуй ложил на твои батлы, фестивали и концерты. Для победы в этой паре ты кандидат дебильный. Да и как фристайлер ты лучше лишь потому, что не батлер с Филли. Для меня это не противостояние против рэперка. И графомания, даже стыдно вытрать в жопу. Твой рэп хуета, это высер высшей пробы. Я так убедительно это подам, ёбаный популист, что судья, отдав за тебя голос, поверит собственный даунизм. Так что меня ничуть не подломила твоя слава и сила. Для меня ты не МС, это батл против гражданина, отца и сына. Я делаю вывод, что существует несколько Нойзов, и каждый из них ищет свое место под солнцем. Но однажды среди ночи ты резко проснешься и не найдешь себя ни в одном из этих Нойзов. Многоликие не становятся классиками. От тебя в сухом остатке не будет даже мокрого места. Не надо питать иллюзии, не надо паразитировать на святом, блядь. Нахуй, Нойзи. Слава марсиянам. Хэштег, блядь. Ведь ты даже не Нойз, а просто Дамилола. Нашу пару с тобой.